Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поддержал инициативу присвоения городу Кубинка звания «Населенный пункт воинской доблести». Об этом глава муниципалитета заявил на заседании окружного совета депутатов. Это предложение внесли ветераны, представители общественной организации «Кубинки». Документы для прохождения всех необходимых процедур подготовят в кратчайшие сроки. Затем будет отправлено ходатайство на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева и в адрес Мособлдумы.